А там ты кому-то какой-то какой-то ты кому-то какое-то гадание должен, да? Да, ребятки, я каждый день выхожу в эфир, причем у меня такие эфиры долгоиграющие, да, Кость? Такие по 5 часов, по 3 часа. То есть я выхожу долго в эфиры. Не знаю, не все выдерживают от начала до конца просидеть. Тебе спасибо, спасибо тебе. Да, ну что надо сделать, чтобы попасть в десяточку? Надо Костю поддержать в батле, стать лучшим игроком батла. Кость, ты просто представь, если бы я вот, короче, понимаешь, взяла, одела купальник и сняла это видео. Ты представляешь, что бы мне писали? Кость, вот просто представь. А? А если вот так, Костя, а если вот так мне сняться? А? Ой, я подписываюсь. For you. Не-не-не-не-не-не-не, это нет. Ну вот я просто говорю, что это нормально. Вот это нормально, то есть вот так вот. Не, ну а вот так в стрингах это у нас нормально в лайке. А я, значит, в джинсах стою, это ненормально. А вот так это самый класс. Во, вот, посмотрите. Да пусть. Ой, вот так вот, что в лайке у нас творится. Это в популярных. Это в популярных. Вот, чтобы вы понимали, это вот все в популярках. Кость, а тебе... А, да, Савелий, я посмотрела, что это нормально на самом деле. Вон все в стрингах, а чего? Вот я смотрю, тут очень много стрингов. Что-то я, Кость, вообще не в теме. Мне пора в стрингах, короче, выходить. А я и не в курсе. Что-то все, короче, а мне даже в вещах говорят, фу, какой ужас. Пора в стринги одевать, Кость, все, решено. Да, нет, все нормально, а? А, и тебе надо, кстати, Кость, ты же силикен, вот, силикен, надо поддерживать, просто я смотрю, где, я просто вот уже листаю и постоянно вижу стринги, Кость. Не, ну, значит, сейчас, да, а вот я сейчас сниму в стрингах, скажут, ё-моё, порноиндустрия, понимаешь, порноиндустрия. Ну, да, 3 икса, 3 икса, Кость, 3 икса. Ой, спасибо, не модно, спасибо, сейчас тебе сигночку сделаю. Я проглядела наших лучших игроков батла, профукала, засмотрелась на стринги, господи, засмотрелась, завидно стало, Кость, завидно, вот, спасибки. Спасибо. Завидно, да, Савелий, стала, думаю, боже мой, ну что, что-то там в стрингах зажигает, а я вот, ну... Спасибо, Bad Girl, спасибо, спасибо ребятам, а также лучшим игрокам батла.
Ребята, поддержим активчиком лучших игроков батла. Вот, что там еще такого? Кость, я нашла еще приколюшную. Ты посмотри, кость. Во, видишь? Лайк, дети мне пишут, хейтеры, знаешь, у нас тут дети, что ты делаешь? А что я делаю, Кость, что? Я поняла, Кость, мы вообще полно не теми. Я поняла, короче, что мне, как оказывается, нужно снять срочно дуэт с моим врачом, тогда мы будем здесь на ура, Кость. Ну а ты как? А? Чего? Да меня уже с взрывными вот сняли, смотри, Кость, тут уже идея уже сделана, смотри, короче, сейчас покажу. Кость, ты понял? Короче, мы с тобой вообще нифига не в теме, Кость. Подожди, тебе в стрингах, тебе просто можно в стрингах идти, Кость. Ты одеваешь стринги, и ты популярен, понимаешь? Моми, спасибки, спасибки. Сейчас тоже сигночку. Кость, я поняла, что я вообще просто, знаешь, я вообще, можно сказать, это монах. Короче, все, мои видео это вообще просто, знаешь, ну вот, да. Моми, приветик, приветик. Я просто думаю, я вот листаю, что у нас, в принципе, в популярках. И я вижу, у нас сейчас мода на стринги. Вот. То есть это, в принципе, нормалек считается. Кость, вот тебе я не нашла еще, что тебе сделать. Кость. А? Да, ну, а, нет, Кость, я бы тебе хотела, вот, чтобы ты вот что-то такое снял. Вот это красиво, да, вот это классно, лошадь какая шикарная. Но это вот такие видео обычно у нас вот откуда, я даже посмотрю, откуда этот человек. Ну, скорее всего, вот, ну, я так думаю, это, а, ой, бег худой кулов, это, наверное... Откуда это? Даже по имени не могу понять, откуда, короче. София, привет, София. Ну, в общем, у него все видео с лошадьми. Классно, очень. Костя, короче, мы с тобой, ты в следующий раз приезжаешь, мы с тобой одеваем стринги, понял? В общем, и все. И, короче... Да. У тебя работает, ты неправильно держишь. Нади, ты поняла, какие надо клипы снимать? Мы с тобой не в тематике. Аспушкин, привет, привет, спасибки. Мы с тобой вообще не в теме, не в тренде. Ты знаешь что? Это соседям не нравится моя пиздёж. Да.
Тогда можно просто включить сделать шумоизоляцию, в принципе, Кость. Я в своей квартире что хочу, то говорю, да, сколько хочу и в какое время. Кому не нравится, там есть вторая комната, можно уединиться и там спать спокойно. Себе по голове постучи. Нет, нет. Да. Я такой, короче, первый раз вижу, чтобы, короче, это соседи, чтобы я не могла даже говорить по трансляции. То есть здесь живут, они считают, что они просто короли, и не в рот просто такие. Да. Вот, да. Офигенные, просто крутые, что даже нельзя здесь, в принципе, говорить, да. А вот, да, я в собственной квартире не могу разговаривать по эфиру, вести эфир. Понял, Кость? А у тебя тоже стучат? В смысле? Ну, тогда я тебе желаю приятного аппетита. А? Я к маме ездила, кушала. Танечка, спасибо. Ой, ребята, спасибо. Кстати, к нам присоединился, знаешь, кто? Энтони, привет. Hello, hello. How are you? Да. Нет, ну у нас не ремонтируют, но они hello. Ой, ребята, спасибо. Вас уже 750 человек на трансляции. Это круто. Дарья, привет, привет. А, да думаю, как погорластить, поорать, чтобы соседям больше нравилось мой вот этот, как сказать, левитанский голос, понимаешь? Я думаю, вообще надо купить себе, в принципе, этот микрофон, чтобы все прослушивали про до 12 этажа. Вот, да. А? А закажи мне, а я так думаю, что они плохо меня слышат. Надо лучше им разговаривать громче, вот зычнее, понимаешь, еще громче. А то им так не нравится. Может быть, вот так стоит разговаривать. Вот, да. А? Вот колонка есть у меня одна, да. Я не смогу, я не понимаю реально Кость в микрофонах, если честно. Космос, привет, привет, привет. Вот. Музыку как вариант, но тогда, ребята, не будете вы меня слушать. А так бы я им включила. Но музыка, ты знаешь, это запрещено ночью. А вот разговаривать в своей квартире собственной разрешено. И стучать они могут только себе по голове. Вот. У нас 4:45. А я тебе с котом, ну, ребятки, я не пойду сейчас кота искать. Ну, Савелий, да, потому что я не запрещаю, ой, я, вернее, не нарушаю правила, у меня не орет телевизор, у меня не лает собака, я просто разговариваю в собственной квартире. А вот, ну, с этим могут они просто пойти. Да, вот. А? А, да.
А я еще хочу, знаешь что? Я хочу, чтобы наконец-то коллег доехал, и они услышали мой романтичный вечер, понимаешь, романтичную ночь. Вот так погромче, позычнее, понимаешь, вот. Да, понимаешь, а то они, видать, фигово слушают меня. Вот, я им разнообразие, чтобы не только разговора, но еще и вот восхитительные, знаешь, да, вот. Да. Да. Александр, это новостройка, здесь все, в принципе, приехали одинаковые, чтобы ты понимал, я не снимаю квартиру, я здесь живу в своей квартире, им сейчас не понравилось, что я веду трансляцию, сейчас я увеличила голос на 1-2 тона выше, чтобы они лучше слушали меня, конкретнее, повыше, как говорится, если им там не нравилось вот так, то можно на такой ноте разговаривать, вот. Энтони, thank you very much, thank you, thank you. Ой, oh, thank you за целый букетик, мне тут уже, вот, спасибо. А что это, жвачка? Нет, не пробовала. А если еще будете стучать, то я соберу, в принципе, и сниму о вас вот здесь, в этом приложении, где у меня 700 тысяч подписчиков. Если кому-то что-то не нравится, можете приходить, мы с ребятами всегда с вами обсудим. Правда, ребятки? Приходите. Вот. Савелий, а за что участковый, что я разговариваю в собственной квартире? Что за приколюха? Он даже не пойдет. Это смешно. Человек разговаривает в квартире, они вызывают кого-то. Я на них сама вызову, но уже дурку тогда, после этого. А, поздравляю. В смысле всякое? По закону человек имеет право в своей квартире разговаривать. Это что за прикол вообще? Почему я не могу разговаривать в своей квартире? Я им вообще могу райскую ночь устроить, уйти и собаку оставить без ошейника. И тогда они всю ночь будут слушать лай, раз им так не нравится, что я болтаю по телефону и веду ночные эфиры. Я им могу разнообразить дни, то есть сделать, в принципе, один день разговорный, другой день может мачо у меня разговаривать. Кость, как тебе вот такие идеи? В принципе, каждый день будет весело, интересно, с новой программой, с новым подходом, блин, как называется. Да. Очень весело. Я не ожидала, что за разговор они могут еще стучать в стену. Нади, присоединяйся. Я вот, ты знаешь, я первый раз такое вообще вижу, чтобы я разговаривала по трансляции, и мне стучали, короче, в стену. Это вообще первый раз такое. Вот. Не модно, спасибо, спасибо, спасибо. Ой, спасибо за 3 розочки. То есть ты представляешь, короче, в собственной квартире пукнуть нельзя. Да, в собственной квартире, где я покупала за свои деньги. Они считают, что они вообще такие, знаешь, ё-моё, крутые вообще, во. Только они сами вообще полные г. И звать их никак. Но понтов больше, чем сами они представляют. И, в принципе, я вот с такими соседями уже живу больше, наверное, 8 лет здесь. Вот. Так что вот так.
Ну что, зато знаешь чего? Постучали, и теперь тишина. Им не понравилось, что... Они поняли, что я на 2 тона выше стала разговаривать. Каждый стук будет увеличивать громкость на два выше тона. Да. И главное самое, по закону я ничего не нарушаю, я разговариваю в своей квартире, понимаешь? У меня здесь ни пьянка, ни веселуха, у меня просто я разговариваю по телефону. Понял, Кость? Да. Вот кто меня, кстати, хейтеры, где вы там, кто меня называл толстой, можете полюбоваться вот толстухой. Да, толстуха. У меня... Слушай, Костя, ты представляешь?